один. Присесть сможешь. Два. Еще пару. Нет. Нет. Вы сады что сделали? Мне нет часов. Мяу. Морально готовимся. Эмоциональность, уровень 100. Мы весельчаки. Весельчаки этой сборной. И приземлиться. Пару сантиметров можно отнять. 20 сантиметров не глаз. 16. Здесь надо чуть-чуть полетать. Долго не качайтесь. Раз и... Хорош. Во. Прибавил. 2,24. 5. Ты остановись, главное. Да. Давай. Ой, нет, не хватило. Нет. 2. Хорошо, отходи. 2.03. Здесь мы отбираем ногами. Вот как вы отбирали до этого, Крис, веди. Я туда пытаюсь, а она пробросила мяч, убежала. Вот, очень много, то есть обыгрываем мы за счет того, что человек старается все время мяч отнять ногой. То есть любое ложное движение, я на опору стою, все, меня обыгрывают. Мы сейчас говорим, что мы не так будем отнимать мяч. Мы будем отнимать мяч, вот. Я не смотрю туда на мяч, а стараюсь сыграть корпусом. Самое страшное здесь это между. Потому что если я в такой позиции, кати мяч, то ты можешь, ну, ближней ногой, правой, то ты можешь, когда я шаг делаю, ты можешь, ну, давай. Да не туда, а вот сюда. Тогда смерть. То есть вот, вы должны это контролировать, но вы все равно должны на корпус ловить. То есть вот меня человек отнимает, например, я его веду, раз, между ему. Он должен меня воткнуть сам. Пошли. Пошли. Вот. Покороче, по естественному движению. Вот это. И то, если правильно расположен игрок, я пробросил между, пропускай. Во. И врезаюсь в нее сам. Она стоит на двух ногах. Еще не факт, что это дадут. Штрафной. Пошли туда. Нет, вы по разику. И бедром, и рукой. Пошли. Рука, рука, ты ее не касаешься. У вас руки внизу. Только что показал. Все. Это крутится спины. Второй. Да, так все на этом. Мы сейчас придумаем мир какой-то. Типа, если хорошо ватно, то это будет. Ты сегодня катание смотришь? А? Ты сегодня катание смотришь? Ну так. Ну вот, скажи фамилию. Ну, тут всех русов валют. Ты их всех видела? Вообще в жизни? Да. Здесь, здесь. Здесь не видела. Я только вчера видела второго тренера после Тутберидзе. Вот этого. Светлого. Нет, Дубаков? Да. Что, ты знала, что они тут? И еще маленькую, как еще подписана на всех. Что, они тут? Да. А тут двое. Я тоже подписана. Мне кажется, я подписана на их группу, типа, в я тоже. Мне кажется, после Олимпиады тут все. Чего они здесь как пьют, как да, да, да. Первый канал, что приезжала сюда, снимала. Это мы потом шары начали. Я вот эту маленькую девочку, знаешь, вот как ее? Темную. Аделя. Да, да, вот я ее видела вчера. Что ты ее видела? Пока мы сидели в собрании. Сейчас разминка. Мы на сильную группу назовем. Вы отходите для ввода от ворот, располагаетесь. Закрываем, закрываем все ходы. Бракуем. Отлично, отлично, отлично.
После этого возвращаемся у нас 15 минут для того, чтобы качественно размяться перед ударом. Разминаемся, работаем. И на сегодня это все. Возможно, вечером мы с вами останемся после первого, посмотрим по вашим самочувствиям. Выдержит или не выдержит. Хорошо, пожалуйста. 3 минутки. Время не теряет, на прием работаем, также свободную зону. Отдаем в эту сторону, обязательно левой рукой. Хорошо? Все время здесь отдаем. Поехали, на прием. Только отдала уже удар. Давай, любая игра идет. Преимущество только скорость. Движение, голова, мысль. Тело это я и мяч. Если вы отдаете отсюда передачу, вот такую вот, то все сразу убивается. Деваться не получается. Повыше поднялись. Вы сейчас будете бить. Двигайся, двигайся, да. Вот, раз, два. Забиваем. Больше, чем ниже. Просто выстрелил. Да, забиваем. Забиваем. Ядром не играем, говорю. Два или два? Как получится. Хорошо. Хорошо. Да что ж. Юра, смотри. Настоящий. Вот такие? Тут с тобой женить не сыграешь. Сегодня донесем вас до старшего организованного. Да хватит все фиксировать.